Всем привет, это Катя. Сегодня хотела рассказать о своих покупках. Совсем недавно я ходила по магазинам и решила сделать подарок своей сестре. 28 мая у нее было день рождения, но так как я не смогла присутствовать на самом мероприятии, я решила передать подарок. Сначала я подумала, что я хочу ей подарить что-то типа чехол для iPad от Victoria's Secret. Но я посмотрела, мне там, естественно, ничего не понравилось. Вот, я спросила конкретно у нее, что она хотела, и она сказала, что хочет сережки. И поэтому я зашла в магазин Дива. Да. И выбрала ей двое сережек и один браслет. Я покажу, как это все выглядит. И, естественно, вот все эти вот эти штучки, чеки, все бумажки сохранились, поэтому не знаю, будет красиво или некрасиво выглядеть. Купила я вот такой браслет. Мне он очень-очень сильно понравился. Он не в моем стиле, потому что голубой цвет мне... Ну, это для блондинок, она у меня беленькая. Но выглядит он просто потрясающе. То есть, выглядит, мне показалось, очень дорого. Ну, вот таким образом он выглядит. Мне показалось, что эти стразы не слишком пошлые, не слишком вычурные. Их практически незаметно. Вообще красивое сочетание голубое с золотом. Я думаю, не знаю, мне это очень понравилось, как он выглядит. Значит, те, кто будет в магазине Дива, всем обратите внимание именно на этот браслет, потому что лето — это как раз-таки самая такая пора, когда сейчас, не знаю, очень здорово выглядит, когда вот голубой, бирюзовый цвет с золотом. Я не знаю, как сказать, чтобы было видно. Вот. Безумно красиво, не знаю. Я еще сделала себе золотой френч, только на одной руке. Вот так выглядит. Кстати, с этим браслетом было вообще идеально. Это первая вещь, которую я купила. Цены я говорить не буду, но все знают, что там совсем-совсем недорого. Классный. Вторая вещь, которую я купила, это были серьги. Она сказала, что всякие висюльки, всякие такие вычурные ей нельзя, потому что она работает, хотела что-то на каждый день. Поэтому мне было очень сложно что-то там выбрать, потому что сейчас как раз-таки там все такое массивное, все массивные серьги. Из того, что имелось, я выбрала вот такие серьги. Я думаю, камера не передаст цвета и красоты всей вот этой вот штучки. Но я там даже померяю, как они выглядят. Мне понравилось, что они разноцветные, мне понравилось, что форма необычная, никаких бантиков, ничего такого. Выглядит, опять-таки, ну, я всегда руководствуюсь таким правилом, что не было видно, что это из какой-то, не знаю, бижутерии, что это бантик, что это ткань. Очень хочется, чтобы спутали это с чем-то, с какой-нибудь, не знаю, ювелиркой. Ну, короче, как-то так выглядит. Тоже все цвета достаточно такие светлые. Здесь розовый, бирюзовый, голубой, какой-то, не знаю, и стразики беленькие. Я надеюсь, ей понравится. И вторая вещь, третья вещь, которую я купила, это... Я не знаю. Дело в том, что тоже не в моем стиле, но мне показалось это очень-очень нежно, это очень-очень красиво на каждый день. Смотрится... Не знаю, даже на мне мне понравилось, как смотрится, но это слишком девичье. Такой вариант. Но я думаю, ей понравится. Вот такие вот серьги со стразами. Здесь сверху маленькая розочка, пониже чуть-чуть там ромашка. Такие вот. Я тоже померяю эти. Также в магазине там какое-то день рождения, они свои там отмечали. Сам магазин Дива, и при покупке от 400 рублей, кажется, давали подарок. Вот такая вот блеск. Вот такой блеск, да. Мне дали два таких блеска. Я его не открывала, потому что я очень не люблю вот пальцем лазить или кисточкой, я не знаю. Абсолютно не открывала, я хочу отдать ей, пускай будет у нее. Вот, я надеюсь, там что-нибудь видно. Не знаю, мне кажется, это такой вариант вот именно для блондинок. Она светленькая у меня. Вот. Не знаю, мне нравится. Надеюсь, ей тоже понравится. Значит, вот так все это смотрится. Я не знаю, мне кажется, даже не идет.
Нежно, красиво, они не мешают, как гвоздики. Какой-нибудь еще розовый такой белесый лак. Интересный. Можно сюда подобрать, будет очень красиво смотреться. Один комментарий был по поводу того, что я постоянно трогаю волосы, и это людей раздражает. Сегодня можно, я просто не чтобы показать. Значит, так это все смотрится. Мне очень-очень понравилось мой выбор покупки, подарка этого. Я надеюсь, ей тоже понравится. Себе я пока что ничего не купила, не знаю, я пока думаю. Сделала видео слишком долгим, решила разделить на две части. Пару фраз о том, что мне нравится, мне не нравится в бьюти-блогерах. Так, просто немного свое мнение выскажу. Это будет в другом видео. Не хотела это видео делать долгим, потому что, знаю, немногим нравится смотреть длинные-длинные видео. Только какие-то заядлые фанаты, которые прям нравится смотреть по 20 минут. Но я их понимаю. Есть такие девушки, которые хочет смотреть просто вечность. На этом было все. Я надеюсь, вам было интересно. Хочется послушать ваше мнение по поводу моей покупки, подарка моей сестре. По поводу браслета можете вообще ничего не писать, потому что я знаю, что он крутой, классный. А вот по поводу сережечек можете написать слишком, не слишком, прикольные, не прикольные, хотела бы вам такие или нет. Ваше мнение мне интересно. Наверное, это было все. Всем большое спасибо, всем пока.